Лидия. Федосеева Шукшина все лето провела в больнице. Народная артистка перенесла обширный инсульт, после чего ей пришлось проходить непростую реабилитацию. Сегодня знаменитость ведет жизнь настоящей затворницы под крышей загородного дома в Подмосковье. Она ютится с дочерью Ольгой и сиделкой Еленой. Не так давно впервые после болезни вдова Василия Шукшина вышла в свет, и поклонники вздрогнули. Без слез на актрису не взглянешь. Лидия Николаевна передвигается на инвалидной коляске, поскольку пока самостоятельная ходьба дается ей с большим трудом, к тому же звезда тает прямо на глазах, превращаясь в скелет. Но Шукшина не опускает руки и признается, что медленно, но верно идет на поправку. Речевые функции уже восстановились. Теперь осталось вернуться к полноценной физической активности.